Добрый день, дорогие друзья! С вами Ольга Громыко, структурный директор сетевой международной компании и бизнес-тренер. И это наше пятое занятие из моего бизнес-курса «Изменить качество жизни». И называется оно «Настойчивая позиция» или «А вы попробуйте». Наш успех напрямую зависит от нашего настроя, от нашего настроения, от того, как мы настроены на изменение качества нашей жизни. Жизненная энергия и финансовая энергия, они напрямую связаны между собой. Если у вас нет желаний, соответственно, у вас не будет денег. Ответ: зачем они вам нужны, если вы ничего не хотите от этой жизни? Некоторые люди считают: у меня и так все есть. А некоторые считают: я этого недостоин. И я вам скажу, эти мысли нужно исключать. Вот вам маленький тест. У вас ровно 1 минута, и вам нужно написать 10 своих самых заветных желаний. Ну как, справились? Если вы справились за минуту, вы просто молодцы. Если потребовалось 5 минут, тоже хорошо. Но если вы не написали ни одного желания за 10 минут, то нужно задуматься. Нужно постоянно работать над своими желаниями. Мысли «а зачем?», «может быть, у меня не получится?», «зачем мне это нужно?» Их нужно просто исключать. Ведь это мысли разрушители. И найдутся люди, которые будут поддерживать вас, которые будут иметь точно такие же мысли. Это не есть хорошо. Вы должны помнить, что отрицательный результат – это все равно результат. Кто-то скажет: «я не умею общаться с людьми». А я задам вам вопрос: а вы пробовали? Попробуйте. Кто-то скажет: я не умею водить машину. Ну так попробуйте, нет ничего сложного. Кто-то скажет: я не умею вести бизнес, я не буду этого делать. Но вы же не пробовали. Попробуйте. Все работает. И все получается путем проб и ошибок. И очень часто люди бросают начатое за один шаг до своего успеха. Возможно, где-то было сложно. Возможно, нет уже сил идти дальше. Но ни в коем случае не надо останавливаться. И только ваша настойчивость приведет вас к желаемому результату. Ведь никакой катастрофы не произойдет, если у вас что-то не получится. Допустим, вы хотели организовать какой-то вебинар, а пришло всего лишь 10 человек. Ничего страшного, мы будем над этим работать. Или вы придумали какой-то интересный рекламный лозунг, но он не сработал. Ничего, вы думаете креативно. Или у вас возникла какая-то новая бизнес-идея, которая не дала такие результаты, на которые вы рассчитывали. Тоже ничего страшного. У вас должна быть позиция «я открыт для мира» и «мир открыт для меня». На уроке номер 2 нашего бизнес-курса мы рассматривали энергию денег. И я вам говорила, что вы должны не только впускать, но и выпускать энергию денег. Мы не должны быть эгоистами. Мы не должны только поглощать. А все в жизни, и нашу жизнь в целом, нужно воспринимать как урок. И я знаю, что если у вас что-то сейчас не получилось, то в следующий раз вы сделаете это более качественно, более ответственно и более настойчиво. Никогда не нужно лениться. Ведь лень – это и есть поражение. Будьте ответственны, будьте настойчивы, и все ваши начинания принесут вам ошеломляющий успех и блестящий результат. И помните, что очередь в вашу новую жизнь начинается прямо здесь и прямо сейчас. Не медлите, будьте активными. А с вами была Ольга Громыко, и я желаю вам и вашему бизнесу богатства и процветания. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч!